Почему ты здесь? Зачем ты рисковала, чтобы подобраться к Юдзулиню? Ты понимаешь, как это было опасно? Спасибо, что помог. Я просто хотела узнать о настоящем отце Нэнане. Вчера ты ведь говорила несерьезно. Я помогу тебе найти его отца. Ты все слышал? Я же сказал. Меня не волнует твое прошлое. Была ли ты Юй Цинло или Хань Цзэнсюэ? Хань Цзэнсюэ мертва. Я просто Юй Цинло. Цинло, пообещай мне, что ты не будешь так рисковать. Не представляю, что бы случилось, приди я позже. Мне все равно. Нэнан никому не позволит сблизиться со мной. Я понимаю, ему просто нужен настоящий отец и полноценная и семья. Ты будешь рисковать жизнью, чтобы найти его? Нэнан вынужден видеть, как другие дети играют со своими отцами. Когда он был в школе, его дразнили за то, что он уличный мальчик без отца. Как его мать? Разве я ошибаюсь, если хочу найти его отца? Этот риск ничего не значит. Если есть хоть какой-то шанс. Ты хоть думала, что будет делать Нэнан, если с тобой что-то случится? Цинло, я обещаю, что не буду заставлять любить меня. И сделаю все, чтобы тебе помочь. Когда ты найдешь отца Нэнана, я честно с ним посоревнуюсь. Не нужно. Я сама со всем справлюсь. Госпожа, у нас проблема. Цинь Нань заболел.